Реально настоящий финал, настоящая Рубилова. Более просит Прага. Это не Питер, но Саня дома. Йо, здорово, чуваки. Ну что, мы все этого ждали. Медиалига, мы к ней шли. Бро, я вчера до 5 утра не мог уснуть. Я просто какие-то мотивационную музыку слушал и думал, что же будет завтра. Да, мужик, но я люто верю в нас, бро. Прямо люто. Чувачки, мы так этого хотим. Мы так горим, бро. Это самое главное, я думаю. У нас собрался наконец-то составчик. Хороший состав. Хороший тренер. God damn, давайте уже начинать! Первый матч Hoops vs Basement. Погнали! У нас произошли некоторые изменения в составе. Ну, потому что мы увидели уровень команд, которые будут играть и уже играют на медиалиге. И я скажу честно, ну, это команды очень сильные, поэтому нам пришлось усиливаться. Во-первых, бро, у нас, да, новый тренер Сергей Камазинский, которого нам порекомендовал Александр Шалыгин, легенда баскетбола и данков. Легкий мандраж, конечно, но он закончится со спорным мячом, я уверен. Из игроков мы взяли Никиту Макшева, двукратный чемпион России по 3-3, по 5-5 он выигрывал. То есть это такое прям мощное усиление. И двух парней молодых из МБА. Спасибо большое Вите Павленко, который любезно отдал нам в аренду на период медиалиги. И две вещи. А. Очень серьезно относимся к этому, как к спортивному сезону. Б. Очень раскованно, потому что мы здесь для того, чтобы получить удовольствие, кайфануть и зажечь эту лигу. Мы должны быть самой яркой командой здесь. Понятно? Let's go! Let's go! Давай хорошо разомнемся, парни. Сейчас уже играете. Правильно, Сань? Конечно, конечно. Надо. Все, будем настраиваться. Легенда здесь, легенда на месте. Дома. За кого будешь болеть? За B1 Box. Да нет, за Hoops, конечно, ребят. Hoops, let's go. Если честно, знаешь, такое приятный мандраж. Приятный такой, прям. Короче, ребят, выходим, просто показываем свою игру. Просто стараемся поднять свой лучший результат, и все. Вольнуем от соперники. А там уже посмотрим. Я вольную от соперники. Они меня не знают. Ты волнуешься? Ты от соперники. Что от соперники? Да, я им убью. А, ты будешь жестко с ними играть. Ну, короче, Амир заряжен больше всех. Шучу, я тоже заряжен. Ну, такой микромандражик есть, но не заряжаешься. Нахер волнение. Нахер его. Нахер волнение. Нахер его. Нафиг. Нафиг? Нафиг. Нафиг его, реально. Нет, сейчас все с кайфом будет. Просто пару атак, чуть-чуть так почувствовать, и все с кайфом будет. Это значит, что я готов умереть за Hoops, пацаны. Поэтому я решил это написать на своих кроссовках. А слева love my mom. Люблю маму. Все. Я, честно, не переживаю. Я думаю, что меня упустит в нужный момент. Я забью нужную трешку. Ребята совсем смогут справиться. Basement неплохая команда. Но сейчас я смотрю B1 Box и Карасим. Я думаю, что мы их должны просто... Как ты сказал на пресс-конференции? Да не, это изи будет, ребят. Я думаю, Hoops вы... So much bricks in the trap, whole gang got some whack junkie. Used to ball, but he quit. He in my shoe. This bitch will make you hit a flip. Guess what I'm holding? I'll still be flexing when I'm old, like I'm whole Hogan. Fuck these bitches getting money. That's a new slogan. Let's go! Дайте мне мячик, сейчас кольцо отрывать будем. Да, Мира Елецкий уже так нормально разогревает публику. Девочки, мы люто заряжены, отвечаю, это кольцо сегодня умрет. Баскетболу 3-3, ну и слово. Чувак, это то, с чего мы тренировали столько месяцев. Это произошло сегодня. Арбатхол, мать! Будет развивать бейсбол.
Санечек. Давай, давай, давай. Давай, Саня. Давай. Саня, это жестко. О, парни, все, что обговаривали. Мы здесь для победы. Да? Да. Стараемся изо всех сил. Короче, пацаны, этот день настал. Только давай, Макс. Я думаю, на нас сейчас смотрят родственники, дети, мамы, папы, бабушки. Все, кто нас любит. Пацаны, мы с Колей 3 года назад не знали, что мы до такого вообще дойдем. Это легендарно, это мечта. Давайте сегодня умрем, чтобы выиграть, парни. Это наша игра. Let's go! Это тоже должно быть жарко. Ну что, вторая игра этого турнира. Полетели, и Basement выигрывает старт при сборной. Мелешкин на Колышкина. Глеб. Гринго. Гринго, Гринго начинает, он танцует с мячом. Он порой кажется, что это баскетбол, да, но в стиле танца. Гринго против Латинуса получается. Если, что касается Макшева, Мирослав, Елетки против Мелешкина. 2 игрока. И продавливает мира. Хупсик, первые очки. Ну, кто бы мог подумать, первые 2 очка для Хупса на медиа лиге зарабатывает Мирослав Елецкий. Угу. Никто не думал, что он будет играть, но он умеет не только данки делать. Нормально, Колышкин против мира, остается 1-1 спиной. Глеб пытается обыграть и в итоге фиксирует такой поздний фол, я бы сказал. Замена, 2 минуты замены, чтобы все были свежие, на максимум играем. А это именно из-за Дугина пока что не пробовал. Я бы сказал, его дистанция мэтшоты, надо выходить на новый уровень. Зона, зона! Отряд Никиты Макшева, мы видим первый результативный бросок и сразу 3. Но Никитос такие на тренировки кладет только так, поэтому это его работа, и мне кажется, это наш прямо сейчас основной игрок. Да, бро, что творилось на скамейке после каждого забита? Мужик, просто для нас эта игра, она была прям, знаешь, ключевой. Красавчик, бро, 5-1. Отлично, он не может. Давай, давай, Бабишчик. Хорош. Ай-яй-яй. Никита может еще попробовать. Давай! Let's go! Let's go! Легенда! Чуваки, это то подписание! В составе нового первого созыва, так сказать, Макшев. Ну и Владислав Мелешкин, двукратный действующий и здесь. Окей, окей. Парни, мы производим замену. Сразу 3 человека выходят. Биксана, Серега и Никит Попов. Уже играют, допустим, с профессиональными командами, у которых есть тоже свой тренировочный процесс. Ой-ой-ой, Сережа! Брага идет под кольцо, на нем нарушены правила, и Серега имеет шанс открыть счет набранным очкам. На Браге свалил Гринго, и нас ждет первый буллит. Буллит, объясню, это 1-1. Играет человек, на котором свалили, и человек, который свалил. Ну, короче, понятно, тут все. Вот, и если Брага забивает, нам дается 4 очка. Если на Браге фалят, то тоже 4 очка. Если Брага не забивает, то 0. Булит просит Брага. Очки удваиваются. Ой-ой-ой, это разминочка. Слушай, это вызов для Гринго, который и не такое умеет. Бро, давай уверенную. Это не фол! Это чистая защита от Гринго! Смотрите! Мы считаем, что это фол был. Конечно, 100%. Сейчас, ребята, можно покажу в камеру? Видите полоска? Вот здесь. Ага. Это до сих пор заживает. Сегодня уже сколько прошло? Уже достаточно, ребят, прошло дней. Уже больше 3 дней прошло с того удара. И у меня до сих пор вот здесь синяк от удара Вашингтона. Потно, на самом деле. Интересно, потненько. Бро, 8-4, давай, все родные. Брага.
против Гринго остается. Сано ставит и мини кира за слом. Брага ему. Ой, какая пауза! Кто меня хорошо знает, вы знаете, то, что я всю жизнь лез в эту краску, никогда не скидывал передачи, я их не вижу, я прям мчу и не даю пасы. Я уверен, что вот во времена Looking Rooms игры он бы бросил эту фигню, то есть он бы остановился, средний, вот этот ненужный бросил бы, а он чуть-чуть выждал, выпрыгивает, все уже думает, так-так-так, если бы не убил, да, бросал бы. Он увидел меня, дал мне передачу, easy lay, прикольно было. Бейсман сокращает разницу в счете 10-6. Брага. Брага, да, ищет фол и находит его. Дмитрий Уланов. Замена. Фиш. Давай, вперед. Давай, давай, поплотнее. Давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Окей. Да, Гринго остается против Джи. Галя, ай-яй-яй-яй, Гринго перехват. И пытается отдать в противоположную сторону. Подвигали мяч. Мелешкин. Мирка. Мелешкин сыгрывает на интуиции даже. Джи. И ее дальняя атака. Это одно из ее преимуществ. Времени Мелешкин. Еще одну можно. Качает славу рыбалка. И бросает издали. Вот Мелешкин. Это его родное. И классика, классика для Мелешкина. Воу! Галя просто падает на паркет, чтобы выцарпать для парней этот мяч. Да, я считаю, что это очень большой плюс, что я единственная девочка в команде. Немного команд имеют девочку в составе. Мне кажется, за этим интересно наблюдать. Плюс женская эстетика, красота. Вы наслаждаетесь на то, как мы бегаем в шорте, в красивой форме. Какую игру мы, в принципе, показываем. Неплохую, на самом деле. Я всех девчонок знаю, они прикольно играют. Вот. Еще одна наверняка попытка с дальнего. На нем три человека сразу. Нет, конечно, он избавляется. Гринго. Галя получает фол. Мои, знаю, чуваки, сейчас нужно очень правильно подобрать слова нашему коучу. Фак. Мы хорошо начали очень. Мы так не начинали ни одну игру нашу. Подождите, следующую давайте сыграем один в сторону. Давай. У тебя есть бейконов и смотрите там любые взаимодействия. Давай. Let's go! Погнали! Давай, защита! Борис Логачев. Два бигмена сейчас на площадке в желтой форме. Это зона опять, парни пока что не могут к этому привыкнуть, что в третьей лиге есть все-таки правила зоны. Да. Бейсмент уже вперед вышли, 12-10. По-моему, впервые вообще в этой встрече Гринго. Гринго пошел вправо, вперед. Получает по лицу и недоволен тем, что фол не дают. Передача. Да, твое, Никита! На Макшева, Макшев. Еще один дальний. Не забил Сано. Сано на подборе. И там на нем нарушаются правила. 4 фала у них. Что, блин? Блин, 4 очка дает. Реально, если он забивает? Да. Девочка будет просто его пробить. Да, своей массы, которую он весь своем каждый день. Биг Сано! Иди сюда. 2+1. Говорят, не может поезд захуп. Сано с линии. Не забивай. Хорошо, Сай, нормально. Нормально, набьешь свое. Окей, выходит Криштон, выходит Мирослав, выходит Никит Попов. Сам, также у Бейсмана тоже замена произошла. Логачев, фол нападения. Да, у Бейсмана много денег, но что-то такое не получается, ребят. Нужно еще сказать, что плюс-минус это была принципиальная игра, потому что на пресс-конфе Володя XXL зацепился, типа, за мою шапку. Бро, я тебя решил подержать в следующем видосе. А ты играть умеешь? Ты спрашиваешь? Я спрашиваю. Вообще-то нужно, когда заходишь в помещение, шапку снять, чтобы разговаривать вообще.
Зачем? Жестко! Господи, что-то жестко! В общем, он много говорил. Он говорил, что мы всех и так далее. И поэтому хотелось в этой игре принципиально обыграть Бейсмонт. И что он сделает? Чуть-чуть, братик! Пожалуйста, попадай! Он делает! Конечно, хотел забить трешку, да, там, свою любимую, скажем так, но после промаха, вот этот момент, который часто крутят там в классных моментах и так далее, мой перехват и бросок из-под кольца я забил. Тоже этому рад, что могу принести пользу в защите, не только в нападении, вот. Отдаю себя полностью и стараюсь вкладываться полностью. Дим, давай, Мирчик. Берите! Бери! Бери! Бери его! Главное, не свалить, иначе они сравняют счет с нами. Мир! Нельзя без рук! Он и так будет давить! Нет. Просто сейчас Мир говорит, просто запрыгни на него и пускай пробует что-то сделать с этим. Не, Боря продавит. Ой, Боря! И сверху, Борис! Чувак, ну это кино, 18-18, 2,5 минуты остается. Клуб по-другому не бывает, понимаешь? Давай. Кривуха Никиты Попова в Бишкек. Ну, кстати, он родился в этом городе. Мы будем называть его просто Миник, его тоже так называют, поэтому... Я думаю, Гроза тоже. А Гроза – это Леонид Тарасов, тоже из команды МБА 3-3. Так, на секундочку. Окей, Вавил! Не забивает. Нележкин, 18-18, равный счет, классная защита, Макшев убегает. А до этого Вавил! Хупс вновь вырывается вперед. Милешкин, возможно, ждет, когда зажгутся эти самые огни. Все, можно было сделать шаг назад на мэтшот. Макшев на перехвате. Против Грида остается. Мэтшот есть, Макшев потанцевал и нет. Милешкин. Полторы минуты остается, Милешкин. Пошел вниз обыгрывать. Не будет искать скидку, будет обыгрывать сам. У Влада это здорово получается. Да, но и Маршев не стал фалить, чтобы не было бонусного штрафного. 23-22. Вавил на периметр. Гранги отходит. Но... Вавила! Еще два очка, очень спокойно. Самые последние минуты, одно очко выигрываю. И минута остается. 24-25, даже что-то достал. Макшев до конца вправо. Защита, защита! Он гений своей игры, чуваки, Никита Макшев. Такой сейчас был физический контакт, достаточно сильный. Гол, Гринга. Падает под концом. Против Вавила. Вавил есть два очка. Получил под кольцом, но выводит на периметр. Конечно, им надо три, поэтому они будут играть через Милешкина. Влад против... Против Вавила остается. Нет, он идет. Сверху забивает! Последние секунды. Да, об этом надо помнить. Только не только с дальней дистанции можно три набрать, но и из-под кольца. Гринго против Сано. Фол. Внизу это пятый фол. Почему у нас такие матчи вечно напряженные? Давай. Так, ну что, счет 29-29. 12 секунд до конца. Саня на штрафной линии бросает два броска. Очень ответственный момент. Чуваки, что происходит? Да. Пиксано, два броска. У нас получается без подбора эти штрафные. Седьмое командное замечание для Бейсмонта. И первый. Это не Питер, но Саня дома. Я не буду смотреть. Я скажу. Ну что, будет ли Бейсмонт бросать на победу? Или уже пойдет проход? Милешкин забивает! И тайм-аут теперь просит Сергей Кармазинский. Давай.
Вот здесь очень важный ход от Сергея Владимировича, нашего тренера. 6 секунд остается, и он сохранил, бро, этот тайм-аут. Это тактически важный ход. Бро, и мы словно в фильме, словно в кино. Тюки, что вообще происходит? Ровный счет, 6 секунд до конца. Давайте просто посмотрим. Ответку! Вверх, вниз, мешаете, понятно? Вот только не используйте! 5 секунд! Давайте быстро! Let's go! Эй, будем считать секунды! Слушайте. Считаем секунды, считаем! Чуваки, 5 секунд, это что за прикол? Еще 31-31. Один из сильнейших соперников против нас сейчас играет. И даже флаг Let's Go Hoops есть. Никита Макшев. 4 на атаку. Мягкий стандарт. Секунда и 3 десятых. И тайм-аут. Это вы профиком берете, а мы медиа. Ну что, 31-33. Секунда и 3 десятых. И нужна атака для команды Basement. Влад, это очень долго. И это даже не вот мяча в игру. Владение для Hoops сразу. Назад. Мякиш просто бросает, чтобы потянуть время. Все. Это победа для Let's Go Hoops. Они выходят все сейчас на корт. Первая победа! Хупс шикарный! Хупс шикарный! Это было действительно здорово! До последнего все равно легенда все равно. Да, конечно, я не знаю, мне на секунду показалось, что мы уже сыграли финал, это был финал. Потому что этот матч, это был матч самый запоминающийся. Это был реально настоящий финал, настоящая Рубилова. Да какие, блин, мы выиграли первую игру против Бейзмента, которого там считали самым главным соперником, что вот с ними будет тяжелее всего. И нас сразу с Бейзментом, и мы сразу выигрываем, и мы выходим, мы все выбежали на площадку. Можно было, я не знаю, что поставить на площадку, мне кажется, мы бы все разбили там, неважно, что бы там стояло. Да, связка Никита Макшев и Биг Сано зарабатывают нам победу. И первая победа на турнире, считаю, достойно. Хочется сказать, что на этой игре мы отдали все эмоции, не то что даже силы, просто отдали все эмоции, потому что эта игра для нас была как финал. Мы считали Basement фаворитами. Оказалось так, что в итоге они идут 0-3. 0 побед, 3 поражения. Да, чувачки, следом нас ждет 2 соперника. Это Karas Team и B1Box. Поэтому на такой эйфории мы взлетаем, и поэтому ждите следующий видос.